Торпедовцы Михаил Варнаков, Данил Веряев и Артем Аляев провели мастер-класс для юношеских команд города Арзамас Нижегородской области. В ходе часового занятия профессиональные игроки континентальной хоккейной лиги на личном примере показали хоккеистам разных возрастов секреты мастерства и навыки владения шайбой. По окончании мастер-класса юные спортсмены не упустили возможности пообщаться со своими кумирами, взять у них автограф и сфотографироваться на память. Не каждый год сюда приезжали и попросили, директор попросил сюда приехать. Очень приятно дома находиться, все родные и близкие здесь, очень много людей знаю, и парней, которые тоже маленькие, катаются, знаком с ними. Хоккейный клуб «Торпедо» продолжит серию мастер-классов для юных спортсменов региона в ближайшем будущем. Игроки нижегородской команды посетят Сеченово. Владимир Смирнов. Время новостей.